Приветствую вас, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Продолжаю дальше делать КамАЗ, и сегодня начну его красить. Начну красить раму, ходовую, двигатель, глушитель, ну и кое-какие мелкие детали. Сначала буду красить краской XF64. Коричневый. Вот. Как бы такой у меня будет грунт. Жиденько разбавлю и покрашу, чтобы потом можно было как бы сэкономить немножко на черной краске. Потому что кто красит автомобили, знает, что расход уходит большой. И, друзья, небольшая вставочка в видео. Хочу порекомендовать канал своего комрада Виктора, комрад по моделизму. У него такой хороший канал, называется «Мое хобби моделизм». Вот, парень строит автомобили, ретро-автомобили, автомобили времен Второй мировой войны, но больше в гражданском исполнении. Также, кого интересует, может кто-то увлекается автомобилями в 43-м масштабе. У Виктора очень много интересных обзоров, очень интересно рассказывает, показывает эти автомобили, всякие коллекции у фирмы Долгостини. То есть заходите, поддержите, подпишитесь, он будет очень рад. Ну и я тоже буду рад, если кому-то понравится его канал и кто-то зайдет по моей рекомендации. Надеюсь на вашу взаимность и помощь, друзья. Вот. И чтобы не было ни прокрасок, как бы сделаю коричневой краской небольшой как бы грунт. Вот. Жиденько разбавил ее где-то на одну часть краски, 7 частей растворителя.
прошелся коричневым. Ну, теперь буду красить краской Tamiya X1. Глянцевый черный. Вот. Как видите, прошелся так поверхностно, жиденько. Ну, теперь будем наносить базовый слой краски. Вот, друзья, покрасил и двигатель. Извиняюсь, что не мог показать весь процесс, так как крашу в два подхода. Тут были проблемы с освещением. То на улице было солнце, потом стало резко темно, пошел дождь. Вот, ну, ничего. Так вот покрасил двигатель, покрасил это, ну это еще буду подкрашивать все, подожду, пока просохнет, и посмотрю, надо будет еще раму пройти. Вот. Так что продолжаю красить дальше пока что. Друзья, покрасил и глушитель, и покрасил ходовую, раму, двигатель. Вот что получилось. Двигатель красил, ну, прошелся хром сильвер по коричневому цвету. Ну, потом я уже буду с ним работать, его подстарю, подржавлю. Вот. Двигатель красил тоже краской Tamiya XF16 алюминий.
Вот так вот получился двигатель. Это все буду еще подкрашивать. Смотрю, хорошо, когда просохнет. Где-то будут в любом случае небольшие непрокрасы, надо будет все прокрасить. Панель покрасил. Еще раз повторюсь, раму красил черным X1, черный глянцевый от фирмы Tamiya. Баки потом еще раз проверю, подкрашу и склею, подготовлю полностью раму и, наверное, буду наносить на нее пигменты и все остальное, и красить уже кузово и делать кабину. Спасибо, друзья, кто смотрит. Ждите следующие части. Скоро будет продолжение. Продолжение покраски. Скоро также выйдут и по ГАЗ-Тигру видео. По многочисленным просьбам комрадов и моих подписчиков сделал я все-таки окошко там. Ну все, друзья, спасибо. Смотрите, подписывайтесь. Всех благ вам и вашим близким, друзья.